Друзья, если вам нужен максимальный левел и куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы недавно открылись, но уже успели собрать базу довольных и благодарных клиентов. При заказе у нас мы дарим денежный бонус вне зависимости от выбранного пакета. Работаем быстро и со всеми платформами. Ссылка и подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрьевич и Донни, ребятушки. Мы продолжаем с вами играть в GTA 5. Здорово, пацаны. Короче, ребята, битва автогонщиков прямо сейчас. У нас новый, довольно-таки интересный район. Вот таким вот делом он выглядит. В общем-то, будем прятать по 6 машин. Я свои уже расставил. Молодой пойдет прятать, а я вам свои заодно покажу. Давай. Погнали. Давай. Итак, друзья, первая и самая жесткая нычка вот здесь будет стоять Феррари. Самая легкая тачка будет стоять просто в подворотне. На крыше можно будет найти Дракнову, если ехать оттуда. Вот здесь, друзья, будет стоять еще одна моя машина. Сверху под лестницей можно будет найти Ауди. Ну и, ребята, под куполом вот таким вот стеклянным можно будет найти последний машину. Итак, ребята, я вам показал все свои тачки. Если вам нравится данная рубрика, то поддержите меня лайком. Ну а я отправляюсь к Ване, чтобы начать наш батл. У нас будет 10 минут, посмотрим, что из этого всего получится. Итак, друзья, время пошло. 10 минут на поиски. Райончик довольно-таки большой. И самое главное — найти машины. Да. Так, какого цвета у тебя тачки? Да, твой любимый цвет. Да? Цвет твоей, как бы, внутренней девочки. Которая... Чего? Чего ты несешь? Какой внутренней девочки? Ну, what the fuck? Твоя душа? Я нашел. Я нашел кусочек своей души, ладно. Меня устраивает. Это довольно-таки агрессивный кусочек. Это баги. Так, баги нашел, да. Розовый баги. Брутальный розовый баги. Почему бы нет? Так, окей. У меня для тебя сегодня тоже довольно-таки интересный цвет. Да? Прям интересный. Да. Прям базаришь? О, да ладно, я нашел карту. Ой, не карта, а Дракнову. Хер ты поставил ее? Вот ну она хорошо на самом деле стояла. Она стоит так, что ее нихера не видно. Но ее видно на самом деле сверху, когда съезжаешь с лестницы, там сверху, прям тупо сверху. В упор на нее выезжаешь. Ну нифига тут крали идет на больших каблуках, не идет, а пишет, как говорится. Крали. Так, минута прошла, первая тачка есть, уже хорошо, но, блин, район большой. И надо еще постараться, чтобы надо найти здесь машины. Надо постараться. Не, на самом деле, да, такое себе довольно-таки интересненькое мероприятие тут намечается. Так, намечает. Где еще машина может быть? Где? 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 В бассейне? Нет? Нет? О, нашел вторую, ебой. Хорошо. Что нашел? Феррари стоит, которая криво, ну, кстати, боком стояла между зданиями. Чётенько, А, да ладно, как туда приехал вообще, ну, слышишь? Я знал про это место, я сверху посмотрел. Там можно либо заехать, либо сверху посмотреть. Я сверху посмотрел. Ну ты жопа. Ябай. Ванильная. На самом деле, ванильная? Это самая жесткая нычка вообще. Серьезно? Была сегодня. Это самая банальная нычка, ты чё? Ну не... Что, твою мать, думал за стекло машину увидел, а там просто постер за стеклом с машиной, понял? Вот это обман года просто. Так, а я вообще в зоне? Да, я в зоне. Я в зоне. Так, стандартные нычки. Стандартные нычки, говоришь, да? Да. По миру пока иду, машин нету. Вообще плохо. Где? Где тачки? Блин, а чё ещё? На самом деле, желтый такой сет, особенно вот Феррари, блин, её вообще было нихера не видно. Она как будто... Ну она просто стояла в темноте. Да ты охерел, слышь. Хорошо, Альфиери нашел, прям вообще чётенько. Блин, да куда тут ехать-то еще? Я даже понятия не имею. Так, что-то нашел. Ладно, вторая машина. А, это я видел на модах у нас. Это Феррари новая вроде. А, не, не Феррари, а Макларен 2020. Ну, на самом деле, такая стремноватая машина, если честно. Ну, да. Конченая. Что-то прям ни о чем. Так, она едет? Нет, не едет. Она притворяется. Она едет? Я ее когда тестировал, она не ехала. What the fuck? Ха, интересно. Да? Типа симулянт? Симулянт, да. Симулянт. Короче, ребят, прошло 3 минуты, 2 машины, у Ванька уже 3, what the fuck просто. Ну, прикинь. Чётенько. Да я прикинул, что ты этот разошелся что-то больно. Разошелся. Не, ну это мне вообще не нравится на самом деле. Мне нравится, нормально, 3. Тут столько нычек, просто чтобы понимали, их овер дохерища здесь. Есть такое. А, братан. Я заехал чё? Наверх, а сверху видел твою машину. Чё увидел? Мерседес. А, ну Мерседес самая изичная тачка моя была. Реально. Вообще не прятал ее даже. Я не знаю, куда еще ехать, вот просто не знаю. Тут такие районы тупые. Ну, в
Ром, mm-hmm. пока 4 машины, братан, все нормально. Нет, что-то вообще офигел. Я слишком легко ставили, прятал, да? походу. Да, мы по 6 прятали. То есть, если я парочку машин ставил так, ну чтобы типа их реально можно нашли, другие машины, которые я жестко ставил, что-то их слишком быстро нашел, я да. прям даже не ожидал такого расклада. Слушай, я понял, я понял. Но пока все хреново. Что по поводу басика? Есть что басика? Не знаю. Прям все очень хреново, ни хера не наблюдаю. Нема в басике. Блин, так, если в подворотнях тачки, это жесть. Подворотня, так, тут ничего нету. Тачки, жесть. Угу. Блин, на самом деле, и вроде как розовый цвет должен и палиться, но что-то... Я вообще ничего не наблюдаю, но вот честно. Палится, да? Вообще. О, да ну, Audi R6. Сильно. Да пошел ты! 5 машин. Ты что-то зашелся так, что-то нашел, ладно. Ты нашел? Где-то здесь, кстати, неподалеку от тебя. Да. А, это чит Корвет. А, блин. Так-то неплохо. Да. Так-то неплохо. 5 минут, ребят, прошло, у меня только 3-я тачка, у тебя уже 5. Это офигеть, ты вообще, ты че? Ну, я прям разгулялся сегодня. Так хорошо. Разогнался. Я бы сказал, ты не разгулялся, ты охерел. Вот прям буквально. Я не просто разошелся, братан. Так. Без преувеличения. Тупо. Тупо. Все очень тупо. Ёпт. Здорово. Там живой? Нормально все. У меня все по плану. Все по плану. Так. А где могут быть еще твои машины? На самом деле тут просто столько подворотен, здесь столько вариаций. Едь не хочу в разные стороны. Крути башкой, ищи. А, да. Как говорится. Лови волну и всякое такое. Подожди, просто насколько жестко ты ставил, вон что мне интересно больше. Насколько... Жестко стоял, нет? Да такое. Ну, такое, реально такое. Так, это еще зона, да, у нас? Блин, мне хотя бы еще одну найти на одну, это что-то прям вообще. А мне тоже. Я вообще в шоке, ты че, ты где прятал машины, алло? Я залез на большую сосну, и смотрю сверху, но ничего не вижу. Сядь на сук теперь. Залезь на сосна, садись жопой на сук. Братанчики, это... У вас с Димоном, конечно, одни влечения, да, так понимаю? Че по времени? Ну нет. Я больше посмотреть люблю со стороны за все происходящее. Я не люблю участвовать в подобном. Понятно. Так, ну, на самом деле, ребят, прошло 9 минут 30 секунд, и как бы... Как бы габало. What the fuck? Я... Не, ну, я понял единственное, что я тачки ставил так, чтобы их можно было найти. Ты ставил тачки, я хер знает куда. Ну, я тебе покажу, и ты поймешь, что можно было их найти, нельзя было их найти. Короче, ребят, хрен его знает, там остается считанные секунды. Давайте посмотрим на тачки, которые спрятал молодой, да, потому что, ну, я хз, я не. Ну, типа, ты здесь не приезжал, что ли? Скажи мне по-честному. А? Приезжал вроде, вот, а чё? Вот она стоит. Причем ее видно отсюда, ее видно вот если ты приезжаешь здесь. Понимаешь? Ну, я где-то в одной из подворотен приезжал, даже внимания не обратил. Вообще изи стоит на самом деле. Да, вот именно, тоже так, давай еще другие. Жесткая, а! Давай ко мне. Блин, я только сейчас ее заметил. Ага. Я здесь, ну, ее не видно вообще. Да, если заберешься по лестнице. Да, чисто по лестнице. Ну, отсюда. Не, даже отсюда не видно. Да, это очень жестко. Ладно, и еще одна. Еще одна. Ну и как бы настолько обычно и 100 000 раз использованная нычка, что, ну, Юрий, как бы. Да, я даже забыл про этот заезд, если честно. Я ставил тачки так, что их тоже можно было найти. Да, ну это, в принципе, нормально. Нычка, я просто про нее вообще забыл, сюда даже не заезжал, даже рядом не приезжал. Давай, я понял, осталась одна моя, какая. Ну и, короче, довольно-таки изичная нычка тоже. Здесь я, кстати, твой Маклара нашел за углом. А, ну понятно, я здесь даже не помню, я приезжал тебе вообще. Блин. Да я понял одно, что понятно, тачки нет. Я ставил прям вообще изи, ты что-то, конечно, немножко удивил меня. Да, смысл, две машины, которые вообще банально стояли, просто банально. Ну, да, но, блин, я реально забыл, что там есть один въезд, это потому что такое себе дело. Ладно, ребят, 3 тачки всего лишь я нашел, у Ванька 5, сейчас почитаем стоимость, хотя, мне кажется, я и так проиграл. Короче, ребят, у меня 3 тачки вышли в 200 миллионов, хотя, в принципе, довольно-таки неплохо за 3 тачки. 370. Ну, да, понятно, чисто количеством. Да. Ладно, ребят, здесь все ясно, первый балл достается Донни, так как он нашел больше машин, машины оказались дороже, ну а сейчас у нас будет Верунчик. Давай. Итак, ребята, первое испытание, прыжок Веры... Че это было? Че, так потерялся? Я, короче, вообще не прыгнул, алло. Серьезно? Че за срань такая? Ну, как бы... Ну понятно. Я вообще не прыгнул, я как-то колесом что-то зацепил непонятное. What the fuck? Ну это мой балл. What the fuck, да. 2-0. Я вообще не понимаю. Итак, ребята, прыжок с трамплина. Корвет против Мерседеса. Ну, интересненько. Ну так, пока его сейчас узнаем. Так. Пока вроде... Ёптыч!
Что-то унесло тебя? Ну, его заносит, да. И охренеть его заносит жестко. Но, тем не менее, скорость 1000 была, я полетел. Ну, бля, этот... Короче, этот Мерседес, он... Короче... Херня, он нитро не ест, короче. Скорость максимальная хорошая, типа у него прописана. На самом деле не едет вообще. Так, ну, я прыгнул неплохо, но не скажу, что идеально. Вроде он дальше улетал. Бублика. Понятно. В общем-то, первый балл мой. Кстати, здесь тачки неподалеку. Погнали на последнее испытание. Давай. Итак, друзья, дерби. Играем до двух побед. Я взял Макларен. Против меня, кстати, неплохая Ауди. Шестая. Чего? Ну, кстати, я сам удивился. Ты как в стену в меня врезался и отлетел. Спинга, так, поехали. Второй раунд. Может, она немножко читорская какая-то? Какая спинга была. Нет. Охренеть, она лютая так на самом деле. Да. Нормально, красиво, да, да? Видел. Она что, такая тяжелая, понять не могу, или что с ней? Пацан, к успеху! Шел. Странная патия, реально. Что-то реально, что-то вообще не понимаю, что происходит сегодня. Так, ну давай. Надо на ничью хотя бы выехать. Красиво. Выезжай, пытаюсь. Вот видишь, тебе там подставляю угол. Ага. Дрожжопа. Фуфила. Твою мать. Казалось бы, просто отъехал чуть-чуть назад. Что ж, ребята, такое тоже бывает. Ванек мог победить, но у нас боевая ничья. Хорошая серия, несмотря на то, что нашел меньше машин, вроде как все-таки свои баллы забрал. Что ж, друзья, вот такая серия. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписочку оформляйте на канал. И всем спасибо и до скорых встреч. Пока.